Представляем вашему вниманию стабилизатор напряжения от компании PowerCom модели TCA-1200. Компактные и надежные стабилизаторы напряжения предназначены для защиты бытовой техники, персональных компьютеров, аудио и видеотехники, систем управления автономным водо-теплоснабжением и другой маломощной техники от суточных колебаний напряжения в электросети. Стабилизатор выполнен по классической схеме. Автотрансформатор с переключаемыми при помощи реле обмотками. Коэффициент полезного действия более 95%. Защищает от перегрузки и токов короткого замыкания, а также от высоковольтных импульсов и совместим со всеми типами устройств. Тип стабилизации – реле. Полная мощность составляет 1200 вольт-ампер, а активная мощность – 600 Вт. Входное напряжение от 176 до 264 Вольт. А выходное напряжение 220 вольт с возможным искажением 5%. На задней части расположился разъем для розетки, а также кнопка выключить и перезагрузки. Вес составляет почти 2 килограмма. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.